просто умение сыграть, скажем так, выше своего роста. Вот я бы так перевел. Конечно, на английском это звучит немножечко заигрывающий, тоже на очень высоком уровне проводит старт этого сезона. Помимо своих 15 очков, еще 7 пропускает 3 очка и проигрывает 10-11. Что это? Так же, как и номера на форме Енисея. А вот это Рейтон Мейс обыгрывает в лицевую. Скидка под открытый трехочковый. Вынимай. Различных схем отрабатывать, имея меньший ресурс. Вот опять, посмотрите, как против Рейтона Мейса. Ну, из какого? Скоро, я думаю, Артем после такой игры отправится на скамейку запасных. Открытые трешки из угла нужно забивать. Трудно сбить с пути истинного. И опять Рейтон Мейс идет в проход. Какой сложнейший. Очень нужно Енисею сейчас подобраться поближе. В счете 3 очка, то, что нужно. Четвертый номер, это Топтунов Андрей. Ксавьер Рейтон Мейс. Какая техника, еще один. Играет выше собственного роста. Особенно она актуальна для, скажем так, не очень больших. А это сверхдальний. Бросает, забивает, как в первой половине. Но все равно один из самых результативных. Трешка со смещением в левую сторону. Ксавьер. Дмитрий был уверен, что забьет. И это правильно. Рейтон Мейс. Еще один супер проход канадца. Еще лучше. Смотрим. Пока Ксавьер раскрывает эту двойку за счет обыгрыша Маркуса Найта. Но он очень цепкий защитник. Последние 2 очка в сегодняшнем матче. Нет, не последние.